Так, съемка идет, говори дальше. Давай пока секунду остановимся, то там ветер, съемки не будет. Ты взял у Галины, дальше говори. Я не снимаю сливы. Тебя я не буду снимать. Веточки пустили, почки. Грудь. А вверх сухой. Их обрезать надо? Или что с ними делать? А еще рано, подожди. То есть оставить, а потом обрезать? А потом обрезать только это самое. Позови меня, ладно, то ты нарежешь. Хорошо, все. Так, теперь смотри, вот там ветер, не знаю, получится. Ну, давай, в принципе, я буду громче говорить. Смотри, у тебя слива, так, стартовая, да. Она не распустилась. Вот она. Вот. Моя стартовая. Вот такой же самый у меня находится. Вот. Вот почки. Вот и та тоже самая, тоже стартовая. У меня здесь, вот ты не видишь, как они выглядят, все изрезаны. Это маточное дерево, оно не предназначено для урожая. Вот. На том участке у меня стартовая слива, рядом 5-6 сортов. Отсюда и плоды уникальны, да. Здесь я просто показываю, что да, ну ты сказал, что не распустилось. Я пришел проверить, да, не распустилось, и у меня тоже. Теперь, к тому времени, когда она распустится, а в ней самое ценное, это вот эти черенки. Это для прививки. Вот они отрезаны, видишь? Они уже в других садах. Или я привил. Смотри дальше. Вот. Это слива-абрикос. Фактически, ну это черный абрикос, но фактически это он близок к сливе. И он теперь, он тоже, он уже отцветает. Видишь, уже отцветает. Вот уже плодики. Вот они. Вот. Он не может быть опылителем. Сроки не совпали. Идем дальше. Так. Вот. Это уже распустилось. То же самое. Вот. Теперь. Это снова стартовое. Видишь? Вот. Теперь смотрим дальше. Внимание. Почему я говорю? Я же не просто это делал. Я надеюсь тебе помочь. Раз у тебя стартовое не плодоносит. Смотри. Венгерка. Совпадает? Совпадает. Значит, что мы будем с тобой делать? Я хотел сегодня показать, но сегодня не получится. И у меня венгерка еще спит. Вот они. А у тебя стартовая спит. Да. А я их посадил рядом для чего? Вот смотри, совпадает цветение? Да. Ну почти. Значит, что мы будем делать? Мы ждем. Ты смотришь каждый день, ты здесь живешь, любуешься на стартовую. И когда в самый разгар цветения, ты приходишь ко мне, и я не с одной, а у них тоже разбег есть. Вот, допустим, здесь привито рядом забор, чуть-чуть стоит чуть тень, и уже на день, на два сдвигается время цветения, уже тень. А в другом месте санцепек, а в третьем месте еще тенее. Получается, что когда ты придешь ко мне через несколько дней, так, я тебе сделаю букет с разных слив, у которых совпадает вместе со стартовый период, я тебе сделаю букет. Вот такой букет. А этот, кстати, не годится, он уже отцветет. Не совпадает. Но сам принцип. Идем, покажу на том, что я уже делал букет. А здесь просто показываю. Я тебе срежу веточку отсюда. Ну, у других слив, не у этой. Вот. А с другого, с третьего, четвертого получится букет. Ты его вставляешь в 3-литровую банку с водой. Вода, вот эта, колодезная вода, она не годится, только дождевая. Найдешь дождевую воду? Есть дождевая. Разница огромная в этом. Знаешь, в чем? В жизнестойкости, в жизнеспособности. Идем дальше. Идем дальше. Еще одна венгерка. Тоже цвести собирается. Смотри. Вот она, цветы. Ну, еще тоже, может быть, видишь, та венгерка, вон цветочки первые, и эта венгерка. Эта венгерка, кто им мешает? А вот когда солнце на западе, здесь это затеняет, вот это вот. Идем дальше, еще не все сказал. Вот это, я же фильм, ты же помогаешь мне кино снять. Вот, учебное кино, смотри. Шикарное дерево.
А это дикая уссурийская груша, вот это вот цветет. Вот она пару дней как набрала цвет. Вот она, да? Нет, дикая уссурийская груша. Ценнейшее дерево, кто понимает в этом. Все мои груши шикарные вот эти вот. Я тебе в прошлом году, ты сколько, пару ведер брал? Вот, это ты брал, тебе понравилось? Очень, все. Все слышали? Так вот, лучший год, это было позапрошлом году. В прошлом году дала всего ведерко. Вот нету и все, хоть ты плачь. А позапрошлый год дала 9 ведер, оно было моложе. Это молодое дерево. В принципе, оно ну, только растет мощно. Ему лет 15 уже. Да, ему лет 15. Вот. И все равно рядом с ним единственное дерево, вот, это груша лесная красавица. Осень, я тебя не угощал лесной красавицей? Она еще вкуснее того, что я тебя угощал. Она не болеет, а это возраст, это ее, как сказать, ну представляешь, лесная красавица из Бельгии попала к нам в Сибирь. Ну как ты это? Поживи рядом с чукчами, поймешь. Кому лучше? Да я знаю. Так, а, знаешь, тем, а, мы с тобой земляки, мы с тобой сибиряне. Ладно, так вот смотри, цветение не совпадает, вообще не совпадает. Значит, что я делал? У меня есть фотография, да? Вот здесь оставил столик, рядом моя племянница, эта симпатичная, эта самая смазливая, и она в руках держит банку, в банке штук 8 веток. Я взял, у нее же «Ктора дня», повторяю, учебный фильм, может, тебя в данный момент уже не касается. Вот. Я взял веточки, срезал с груши сварог. А у сварога один из родителей, вот это и есть уссурийская груша. Получается, они родственники, но наполовину, а второй сорт с Франции, представляешь? И получается, что я, повторяю, последний год я ничего не делал, собрал все ведро с него. А предпоследний год 9 ведер. Вот. Как? Вот столик. Позирует моя это Даша, племянница. Так. И в руках у нее есть фотография осталась. А, значит, в руках у нее трехлитровая банка, и оттуда красивый такой букет сварога. И результат 9 ведер. Вот. Ну, естественно, не все собрали, выходили по ним пешком. Все. Значит, понятно, что один из способов улучшения улучшения урожайности, это, значит, перекрестное пыление. С каким путем? Вот таким искусственным путем. Сюда поближе веник, с него, вот видел, тут, даже вот такую погоду, ветер, не жарко, а пчелы есть. Вот. Поэтому вся надежда будет в твоем случае на этот, на скрещивание. Вот, видишь, там тоже вон раскрылись, да, некоторые. Ну, в общем, все понятно.